Два раза в месяц по выходным в нашем эфире будет выходить передача «Познавая Зауралье». В течение 20 минут вас будут знакомить с уникальными историческими и географическими достопримечательностями Зауралья. Под пристальное изучение попадут памятники, святыни, озера и леса нашей области. Темой первого выпуска станет Долматовский монастырь, уверенно занявший второе место в голосовании Уральского округа проекта «Россия-10». Его смог обогнать лишь Тобольский Кремль. Сейчас проходит второй этап голосования, и на данный момент обители необходима поддержка зауральцев. Напомним, что проголосовать за наши объекты можно не более 3 раз в сутки с одного IP-адреса на сайте проекта «Россия-10» – 10russia.ru или 10russia.rf, а также отправив смс-сообщение на короткий номер.